Больше 100 пар близнецов приняли участие в уже ставшем традиционном фестивале близнецов в Якутске. Мероприятие прошло в минувшие выходные в городском парке культуры и отдыха. Двойняшки и тройняшки самых разных возрастов сперва прошли парадом, а затем разбились на площадке по возрастным группам. Среди самых маленьких участников фестиваля прошел конкурс талантов и игр от вожатых педагогических отрядов. Главная цель, как говорят организаторы, привлечь внимание людей к сохранению семейных ценностей. 95% близнецов живут в полных семьях, когда общее меньше 70%. То есть это показатель, это пример крепкой семьи. Когда рождается двое-трое детей, семья объединяется с двух сторон. И родственники папы, и родственники мамы. Потом труд матерей, которые вырастили, подняли близнецов, он тоже остается незамеченным.